Компания Audi продолжает расширять свой модельный ряд. На этот раз немецкий производитель готовит большой внедорожник, который составит конкуренцию для Mercedes GLS и BMW X7. Слухи о такой модели ходили очень давно, но только в этом году. Первые прототипы выехали на дорожные испытания. Само собой, они закрыты большим количеством камуфляжа. Однако основные элементы будущей новинки можно выделить уже сейчас. Как мы видим, Q9 будет выполнен в стилистике всех новинок компании. При этом стоит выделить внедорожные пропорции кузова с высокой крышей и почти вертикальными задними стойками. Также бросается в глаза двухэтажная головная оптика, большая решетка радиатора, массивные бампера и клыкастые задние фонари, которые будут соединены между собой светодиодной полосой. По салону и технической части пока никакой информации нет. Скорее всего, флагманский кроссовер предложат с классическими двигателями внутреннего сгорания. Об этом напрямую говорит выхлопная система на тестируемых прототипах. А вот какие именно модификации получит будущая новинка, мы узнаем ближе к официальной премьере. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!